уже это все юристы подготовят, все это сделают, все это будет развиваться. У нас продолжается мероприятие, прямые эфиры. Любой из вас может стать, тему давать, и на эти темы будем общаться. То есть о себе немножко, и вот микрофон, пожалуйста. Вот, это касается и тех, у кого альтернативно, другая точка зрения, мы тоже приглашаем. Только давайте записываться, потому что у нас вот такая вот очередь есть определенная. То есть мы как бы планируем вот эту деятельность, она будет еще больше. Не забывайте нам помогать. Сегодня, я смотрю, совсем скудно. Но это потому, что здесь мало людей. Кто-то помогал, может, кто-то нет. Основной канал, когда выложим, будет немножко по-другому. Что еще хочу сказать? Спасибо. Вот, кто нас смотрит, делитесь этим новым каналом, потому что каналы для стримов мы будем делать отдельные. Видимо, их будут закрывать потихонечку. Но вот канал, на который выкидываем всю информацию, он вот у нас будет основной. Возможно, мы еще будем потом на платформу ВКонтакте вещать, Инстаграм, там многие другие, но нужны люди. Вот. И, конечно, ищем бизнес, который бы помогал, в том числе, более существенно. И, конечно, у нас задачи одни – это создание СМИ, регистрация как СМИ и полноценно, в принципе, работать. Места освобождаются, Тутбай помирает и все остальное. И в информационном поле нужно работать, несмотря на то, что пятая колонна, предатели, они будут работать против нас. Вот. Ну, так мир устроен, и все сидели спокойно на своих попах. Вот, все изменилось, и нужно адекватно оценивать окружающую обстановку. Скажу, что сторонников, патриотов очень много. Ну и, в принципе, глава государства однозначно об этом во всем сказал. Достучимся мы до кого надо. Вот. Ну и с вашей, конечно же, помощью и поддержкой. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз хорошего вам вечера. До встречи. Следующий, ну, пишите, пожалуйста, ваше мнение.